Сегодня 6 февраля 2021 года. Суббота. На часах 11:15. Я нахожусь в городе Махачкала. Это начало улицы Магомедтагирова. Сегодня я пройдусь по ней до троллейбусного кольца. Я буду ориентироваться все время по карте, потому что мне эта улица совсем не знакома.
сегодня по ощущениям тепло. Сейчас посмотрю, сколько градусов. На данный момент плюс 5 градусов по Цельсию. Сегодня совсем нет ветра, светит солнце. По ощущениям, как будто ранняя весна. Службы работают над проблемой с мусором.
Я иду против солнца. Но надеюсь, в кадре будет все видно хорошо. Слишком много мусора накопилось, чтобы так сразу избавиться от него.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Неужели конец улицы? Написано: Дагестанский институт развития образования. Если смотреть на карту, то это уже конец улицы Магомедтагирова. Пройду еще чуть-чуть дальше, и там уже завершу свое видео. Это конец улицы Магомедтагирова.